Всем вам большой шалом из Крымского портала. Это видео, как вы поняли из названия, посвящено поиску людей по духу. Очень часто присылают сообщения и ВКонтакте, и в других соцсетях, и в комментариях пишут, есть ли у вас община в том-то регионе, в том-то городе. Нет, у нас собрание только в городе Симферополь на данный момент. То есть у нас нет никаких филиалов, никаких больше церквей по другим городам, только в Симферополе. То есть есть церкви, с которыми мы дружим в Липецке, в Белгороде, то есть вот и в Подмосковье, в Подольске. Если вам нужны какие-то координаты именно этих церквей, я с радостью вам дам их пасторов. Но больше нигде пока нету. Ну, не дал Господь. Господь пока дал быть в Симферополе. Но, опять же, все может быть. Но в этом видео что я хочу сделать? Я предлагаю использовать эту площадку YouTube. У нас 30 тысяч подписчиков. И сколько-то людей, тоже, я думаю, немало, кто не подписан, смотрит, или кто не зарегистрирован в YouTube и не может подписаться. Так вот, что я предлагаю? Давайте здесь, в этом видео, если вы ищете людей по духу, вы ищете церковь, вы ищете двое или трое, то есть вы одиночка, может быть, или не можете найти свое собрание в своем регионе, то просто напишите в комментариях, что я оттуда-то, хотел бы найти людей по духу, ну можно ничего писать, я оттуда-то ищу близких по духу людей. И ну, населенный пункт, где вы, или район, деревня, регион. И возможно, даст Бог, знаете, как вот передача «Ищи меня» или «Жди меня» или «Ищу тебя». Какое-то количество людей найдет себе собрание, найдет себе близких по духу людей, с которыми, может быть, ну, может, не каждый день, не каждую неделю, но периодически собираться, молиться, делать хлебопреломление, общаться, делиться откровениями вживую, то есть очно, не виртуально. Единственное, я небольшой специалист во всех моментах в плане, ну, если вы не боитесь, я не знаю, может ли мошенники использовать, если человек даст свой номер телефона или, может быть, электронный адрес, e-mail. Опять же, вроде бы как тут никаких деньгах вопрос не идет, развести как-то, обмануть не должны, но если вы вот не боитесь, можете выложить какой-то свой контакт, я не знаю, там, e-mail, телефон. Ну, конечно, адрес не надо свой домашний, но, может быть, какие-то еще где-то ВКонтакте на сайте или где вы зарегистрированы, чтобы, если что, с вами могли связаться другие люди, возможно, также в вашем городе, в вашем регионе, кто тоже одиночки, но вы вот каким-то образом пришли на этот канал, а люди, которые приходят сюда к нам на канал, это люди, ну, как сказать, не случайные. И, соответственно, до чего-то уже достигшие, и я думаю, что вполне возможно, Бог даст вот такие встречи и соединения. Потому что это большая радость встречаться лично с людьми, близкими по духу, вместе преломлять хлеб, молиться, делиться переживаниями, откровениями. То есть вот так вот. Поэтому в комментариях просто, если вы ищете людей по духу, напишите, откуда вы, если считаете нужным, оставьте какие-то свои координаты, как с вами связаться. И, возможно, действительно, Бог даст, и вы найдете, благодаря в том числе вот этому видео, людей, близких по духу, или кто-то вас направит. Может быть, вы увидите, что кто-то один там в каком-то регионе, но вы знаете там хорошую живую церковь, может, вы там не живете, но знаете действительно живую, хорошую общину, может быть, группку. Можете также человеку написать, дать ему координаты. Безусловно, никаких гарантий, что вы сойдетесь, нет. Может, вы встретитесь один раз и больше не захотите другого видеть. Но все-таки, если даже несколько человек найдут друг друга, значит, это видео достигло своей цели. Вот такой вот небольшой призыв. Пользуйтесь, размещайте свои запросы, комментарии и ищите с Божьей помощью друг друга, потому что я знаю, что в любом населенном пункте, в любом регионе у Бога есть Его дети, живые, жаждущие, любящие Его. И, возможно, время уже приходит нам находить друг друга
физически, не только вот в духе, а физически вместе встречаться, молиться и служить Богу. Всем вам еще раз большой шалом и до встречи уже лицом к лицу, как говорил апостол Павел, что говорит: «Очень хочу вас видеть лично». Аминь.